Добрый день, компания Credit Access Finance, город Москва. Меня зовут Кислов Андрей, специалист за судебного регулирования. Я вас слушаю. Ну, рассказывайте, как ваша банда работает. Алло. О банде вы говорите. Слышите? Ну, вы звоните, я вас слушаю. Ну, рассказывайте, как ваша банда работает. Что за смс-ки мне приходят на телефон? Какая банда? Ну, ваша банда, вот этот кредит этот, пресс или как там? Представьтесь, пожалуйста. Ну вот на этот номер приходят смс-ки на мое имя. Владимир Сергеевич. Да. И с угрожающим контентом. Я хочу узнать, по какому поводу. Образовалась у вас финансовая задолженность. Вы в курсе? Это откуда? По потребительскому кредиту. Первоначальный кредитор у вас был банк Home Credit. Home Credit? Ага. Еще. Кредит. А у вас-то по какому праву находится данная информация? Был продан ваш долг компании «Столичный сервисная компания». Это когда? Мы юридическая фирма, оказывающая услуги. Слушайте, юридическая фирма, вы купили по договору цессии или как? Верно. Так, договор цессии где? В наличии. В наличии? Ну а почему я его не вижу? Естественно. Ну потому что кредитор вправе не предоставлять. Да? Это должнику это, данный договор. Это где написано? В 382 статье. Какой пункт этой статьи? Ну-ка назовите мне, где написано, что он вправе не предоставлять? Легко. Вы же юридическая компания, да? Вы должны знать все-таки статьи. Там конкретно написано в третьем пункте, я вам подскажу, что все неблагоприятные последствия ложатся на кого в связи с неуведомлением? На кого? Третий пункт 382 статьи. На первоначального кредитора. Вот, все. А если на первоначального кредитора ложатся, значит договор цессии в суде признается каким? Ничтожным. И для все. Перехода к другому, второй пункт, как вы смотрите, для перехода к другому лицу, что кредитор не согласие должника, а уведомление. Причем здесь согласие? Уведомление должно быть. Это в третьем пункте. Согласие. Ну, короче, давайте коротко и ясно, что вы хотите? Ваши условия? Долг. Какой? А он в каком году-то возник? Быстрее думаем. Че так долго у вас все? Не могу сказать, потому что... А, не можете. А я вам скажу... В каком именно году? А я вам скажу, это уже более практически 10 лет. То есть 3 раза превышает срок исковой давности по гражданским делам в Российской Федерации. Так исковая давность, она начинается с момента, когда вам должно было стать известно. Конечно, должно было стать известно. Что должно было стать известно? Это что? Это что за формулировка такая? Не понял. Четче определитесь, я не могу понять. Что значит? О данном, я вам четко говорю. Что четко, я не могу понять? Что договор исковая давность начинается с того момента, когда должнику стало известно, либо должно было стать известно. Должно было стать известно. Это где написано? В какой статье? Естественно. В какой статье это написано, что должно было стать известно? Стало известно. По статьям. С момента уведомления, либо последнего контакта с банком или другим каким-то его заместителем, то есть. Так же, как это вот вам продали по договору цессии. Двухсотая. Течение срока исковой давности так начинается со дня, когда лицо узнало, либо должно было узнать. Когда уведомили его. Уведомили договора. Его, правильно? С момента уведомления, что ли? О нарушении договора? Вы это имеете в виду? Ладно. Моя функция сейчас вас оповестить о задолженности, которую вам необходимо. Да. Вот это чушь вообще собачья какая-то. Какой-то долг, которого нет на самом деле, и которому уже 10 лет, и еще вы пытаетесь приписать какие-то там непонятные статьи, где должен быть уведомлен. Это что, это откуда вообще это берется? Вам такую дали информацию, что ли? Вам специально отдельно ГПК эти распечатывают какие-то непонятные методички, да? Или как вы откуда берете информацию, скажите?
Гражданского кодекса. Так у вас как? У вас какой-то он особенный там Гражданский кодекс? У вас отдельная книжка в вашем кредит-прессе? Или как? Или вы из открытых источников берете? А? Одну минуту ожидайте. А чего ожидать-то? Вы оплачивать собираетесь за должность? Что оплачивать? Что оплачивать? Какую? Задолженность перед кредитором 9326 рублей. Послушайте, ну я же не видел никакого договора цессии даже. Вот о котором вы даже говорите, мифически, даже я его не видел. А я его должен увидеть вначале, чтобы определиться, вообще должен я или нет. И вообще с кем я разговариваю, понимаете? Вы мне пришлите договор цессии письмом с уведомлением. И все, и будем потом разговаривать. Хорошо, я информацию зафиксировал, направим вам документы. Направляйте. Только настоящие, не с нарисованными печатями. Настоящими синими печатями. Конечно. А то я знаю вас. Отправите какую-то чушь. Мне макулатура не нужна. Сам могу вам подкинуть. Конечно. Все ясно, да? Ага, счастливо. Не болейте там. И не ешьте сырых помидоров на.